Наручные часы Casio DB361A. Они же, в принципе, и DB360N. Различий я не заметил, рассмотреть эти два часов. Так, в часах есть записная книжка на 30 телефонных номеров. Будильник. 5 штук. Ежечасовый сигнал. Секундомер. Таймер обратного отчета. Второе время. И в режиме часов текущего времени отображается дата и день недели. На русском языке. Русский присутствует. Так, также в них есть подсветка диодная. Диодик стоит, в принципе, ярко светит. Так, настраиваются часы. Удерживаем левую верхнюю кнопочку. Adjust написано. Кнопкой Mode выбираем режимы того, чего надо изменить. И кнопками вот этими меняем. Также вот день недели, месяц, год. Все, после того, как все настройки выставлены, еще раз нажимаем кнопку Adjust, и часы настроены. Так, срок службы батареи в этих часах производитель указывает 10 лет. Так, защита от воды. Написано водорезистом, но я думаю, VR5 скорее всего. То есть, в принципе, руки можно в них мыть, но лучше не купаться. Корпус пластиковый, браслет металлический. И задняя крышка металлическая. Вот такая модель. Часы небольшие. 3,5 сантиметра в ширину. 4 в высоту. И 1 толщиной. Браслет регулируется по длине. Собственно, все, что можно о них сказать. Приятных покупок!